Угадайте, кто такой рядом топает со мной, симпатичен и румян, кто шагает в гости к нам. Снегурочка, она сделала пряничного мальчика на радость всем детям, а он потерялся. Как все дети, он был любопытен и его закрутил, в прямом смысле. Его замела метель, и он попал в гости к медведю, он его откопал. Надо же, хрустик, хорошо. К Рождеству, ух ты, как тут здорово. Угощайся. Все его начинают искать, и Дед Мороз садится в ледолет специальный, чтобы найти его. Снегурочка ищет в другом месте, а он попадает к лисятам, потом к снеговикам. Но вмешалась сорока и чуть не утащила к себе в гнездо. Но ему помогла собачка, которая в конце концов отвела его к Деду Морозу. И в конце вот это чудо, когда его сажают на макушку елки и поднимают его наверх, и это вот все так просто, но все время почему-то для всех нас, для актеров, которые внизу, мы все время стоим и смотрим, и это вот какое-то чудо происходит с этой вот елкой и с этим хрустиком, который там наверху. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Эта сказка, это чудо и какое-то это настроение, вот именно рождественское, очень простая сказка. Вот это такой уникальный спектакль, где собраны все зимние новогодние персонажи. Как можно сказать словами Маргариты Старосты, она хотела детей научить сердечности и любви, а особенно любви к тем маленьким существам, которые мы другой раз можем на них наступить и не замечать. Вот такие маленькие чудные снежинки, снеговики, пёсик-барбосик, все животные, животный мир. Вся идея именно доброта и чудо, которое должно всегда совершаться на Рождество. Дети любят чудо. Им случается.